кто-то сверху уже договорился за нас, за Украину, и будут принуждать к миру. Это резкий разворот людей, которые нахваливали армию, говорили о том, что через 3 недели война закончится, что в Крыму мы будем уже летом прошлым, которое уже прошло. Они начали резко говорить о том, о проблемах армии. Вот они как будто бы открыли глаза, появились проблемы армии, что, оказывается, вот уже и Арестович говорит, что было очень много ошибок допущено, и в результате этого все неправильно. На Бахмутском направлении неправильно, там неправильно. И меня поражает, конечно, как он разворачивается. Вот только вот люди слушали, что говорил одно, что мы победим везде, что мы вот-вот пробьем, вот и коридор туда проложим, и везде идет наступление. И сейчас он говорит, что ничего этого не было и нет.